случилось, что спустя десятилетия над нашей отчизной вновь сгущаются тучи зла, ненависти и неонацизма. Россия вновь призвала своих сынов и дочерей встать на защиту свободы и независимости государства. И сегодня наши герои города снова на передовой. Это мужественные, сильные ребята, настоящие патриоты и защитники Родины. Им мы посвящаем эту песню в исполнении Остропольского Богдана. Yeah.